Всем привет, дорогие друзья, это у нас канал АС. Мы сегодня играем за пацана. Будешь болтать, чем нет? Балака давай. Смотри, сейчас он болтает. Наконец-то домой. Сейчас покушаю. Ура. И ёк, мукарёв. Давай, нормально, пусть будет. Погнали. Погнали! Погнали! А чё у меня FPS какой маленький? Нифига себе он рубит, смотри, смотри, смотри. Метель играет. Мама, мама, можно мне погулять? Мой друг пришел. А уроки все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. Неубедительно. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался. И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки. Никаких гулянок. Он сегодня не выйдет. И смотри у меня. Если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, получишь по первое число. Ты что, Метель? Мы же играли уже. Так, забыл я. А, вот так убрать, окей. Спасибо уже так. Ух, хорошо, что-то как. Как замечательный. Ладно. Так, упражнение для повторения. Скорость ракеты равна 8 км в секунду. За сколько минут она пролетит 960 км? Угу. Эта задача, конечно, на 5 с плюсом. Не знаю, со звездочкой. Равна 8 км в секунду. За сколько? 5:25. А сколько минут она пролетит, не знаю. Надо играть. Способ, чтобы незаметно свалить из дома. Незаметно свалить из дома? Так. А как тут сидеть? Ну, пас, пас, давай, давай, а это что такое? Это что такое? Ты сидел? Да ладно. Так, нифига себе, он тут крутой. Вообще. Паспорт пропустить. Enter. Андреев плюс год рождения. Как выключить монитор? Монитор никак не выключить, да? Только через этот? А как мне это вырубить-то? Сколько можно? Возраст 8 лет. Дата рождения. 2010? 2002? Ладно. Гол! Ты чё орёшь? Андреев 2010. Конечно, нет. Я не понял, почему 2002. 2003. Просто год рождения. Давай, какой пароль? Ищите 10. Нет. А что мимо? Тихонько. Нет. Два должны? Да, два. Режим сна. Так, ну спасибо, что так лагаешь-то. Как встать-то? Только так. Кроссовочки. Курточки. А куда ж ты? Не надо так орать. Приятно рубить, нифига себе. Так, пойду пою цветы. Цветы, цветы.
Дикай, гипи что ли? Или сразу берет? Тут у нас что? Форма, нифига себе, какая форма идет. Своя комната вообще. Красавчик какой. Тут ничего нету у нас. Маманя. Так, тут у нас учебники. Прорадки какие-то. Надо пойти отлить. Да. Черновик. Без денег года. Это лучший. Получается в конкурсе худший ученик. Балл с предмета. Математика 0. Да, детка. Физкультура 0. Природоведение 0. А как ты хочешь добежать все в физкультуру 0? Двоечник. Что такое? Что за подсказка? Я, короче, заходил, чтобы проверить тут настройки, не настройки. Стоять. Выйти. Кстати, надо запоминать. Я видел. Чего это? Какой высокий-то вообще? Да кому я там нужен? Ё-моё, какие тут загадки-то. Думаю, прилепи беда. Браузер. А как обратно? Спасибо. А как обратно? Понятно. Обратно-то. Ты чё, шайтан? Браузер. Корзина. Так. Что можно писать? Интересная команда. Сверлим версию. Сегодня работа немного затянулась. Играю. Откуда? А можно это в этот начать? А что, не могу идти? А? Нужно выбираться отсюда. Это без монтажа. Заперто на ключ. Понаберут же по объявлению. Положи обратно. Да, тут пароль какой-то должен быть, я не помню. А где пароль? Чё? Подожди. Одни инвалиды в команде. Новая часть какая-то. Красавчик, что сел. Тоже какой-то он огромный, смотри. Молоток. Вперед! Давай! Вот сейчас не заиграться. Я так умею, да? Неудобно, конечно, управление. Но куда деваться? Никто не шумит. Я его доширак съел. Доширак. Инвалиды в команде. Я его доширак съел. А ключ от чего интерес? Так, погоди-ка. Что-то здесь. Вот я бы показал, как надо. Кто сожрал мой доширак? Это заперто. Вперед! Давай! Ключ чего? А, ключ от того. Так, надо пойти полить цветы. Чего не пугаешь? Опять 25.
От чего ключ? Вот это, наверное, шкафчик. Лиза, лента сюда. Опилка для чего? Чтобы здесь отпилить? Нет. А что он тут сломанное? Не хорошо. А что отпилить-то надо? А пароль какой здесь? Не понял. Направление выключено. Как теперь направить? Да забей ты уже! Сразу слушай, и тут, и там. Тоже, тебе как перенаправить-то? А, подожди. А, все включено. А какой пароль? Есть кое-что, чтобы войти в выполненное направление. Теперь после входа. А какой пароль? Я не помню, какой пароль. Где тут сломан? Ну там, значит, у нас этот. Какой пароль-то интерес? Я что, я не помню. Забей ты уже! Чё-то придавило. Пойду схожу в туалет. И тут тоже ничего такого нет. Как этот пароль-то? Не знаю, как узнать пароль. Пуск. Восемь, три, два, что ли, что-то такого. Восемь, четыре, три, два, что ли, такое. Надо бы проверить, учит ли этот балбес уроки. Так, решите уравнение. 6х плюс 8х минус 7х равно 740. Потом будешь пересказывать, что выучил. Пойду проверю телефон. Тоже мне. Ладно, потом мы узнаем. Я не помню. Так, терминал, почта. Мама, отправить сообщение. Нельзя что-то отправить? Нет, нельзя. Игорь, го. Привет, скинь домашку по математике. Привет, а сам не сделал. Хе-хе-хе. Туда я тогда. Погнали гулять. Го. Вика. Приветик. Ты кто? Андрей спрятал. А, ясно. Как дела? Что делаешь? Вы хотим гуляем? Игнор. Игнор. Уважаемые, приглашаем вас на родительское собрание, которое состоится 26.01.15 года. На собрании будут обсуждаться следующие вопросы. Успеваемость поведения учащихся. Вопросы безопасности, дисциплины. Дисциплины. Спорт средства нужных классов. Ваше присутствие очень важно для нас. Мы рассчитываем на вашу поддержку и активное участие в обсуждении. С уважением, здравствуйте, школа. Уважаемые ученики, приглашаем вас принять участие в школу конкурсе сочинения на тему «Моя мечта». Конкурс проводится с целью развития творческих способностей. Какое сообщение можно отправить ему? Известная команда, браузер, метелька, корзинка. Пойду полью цветы. Чего не пугаешь? Цветы, цветы. Не успею, да?
Стоп. Че? Что-то здесь не так. Че, свет выключен? Да, включи. Ну, вроде все на месте. Потом будешь пересказывать, что выучил. На. Так, мама не пришла? Она слева здесь идет. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Ты пугаешь-то как? Ой. Быстрее! Куда быстрее-то? Как могу, так и делаю. А, может не нажимать, может задержать. Смотри мне еще раз, что ты говоришь. Очень плохо. Спасибо. А что за фигня? Зачем ты делаешь? Будет очень мне плохо. А зай тоже будет ругать, нет? О, какая у него там, конечно, комната. И такой рисунок, что ли? Или это все в подтеках? Не поймешь нифига. А, так не могу. Ну кто так бьет? Закрыть. На паста, мыло, на щетка, туалетки. Мусорки ничего нету. Дурун. Ух, йоу, просто ты же воняет. Решетка привинчена винтой. Ничего нет. Прощок это хорошо. Так, тряпочки еще должны быть. А тряпочки я не вижу. А здесь тряпочки нет. Тряпочки нету. А где тряпочки? Шампунь. Прямая сумба. Не идёт. Там нормально. Дальше фигачит. Арбузики есть. Так. Сейчас тут кто-то из них пойдет, гадина. Все, мимо. Ну, что ты хотел? Так, не открывается. А, подсвечивается, хорошо. Драмочки. Ну кто мне сидеть куда-нибудь, ну, вы че? Так, надо пойти по цветам. Пойду гляну, кто там мне пишет. Я тоже напишу ему. Донбасс, нет. Привет, малыш. Надеюсь, телефон интерес. Так. Ага.
Малыш, ну малыш, это мне бежит, я не понимаю. Малыш, просто хотел пообщаться. Пойду проверю телефон. А где мой телефон, интересно? Мама не идет. Что-то написал? Как с помощью линейки намерить диагональ? Учишься? Отрезок нет. Ну ладно. А? Сейчас включать нельзя. Давай быстро, 20 приседаний. Раз, раз. Два, 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 три, четыре, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Смотри мне. Впредь веди себя хорошо. На ёк, на корёк. Сейчас тебя устрою. Извини, я немножко понимаешь, а ты тут такая красавица. Я мог быть твоей маленькой тайной, если хочешь. Может, мы поговорим о чем-нибудь интересном? А сделаю так еще. Упс. Так. Кубик. Чё? Погоди-ка. Чего? Опять мне мерещится, что что-то не так. Вроде не заметили. Что-нибудь писать? А вот... Ого, интересное предложение. Что Беби нравится говорить мило. Мне нравится говорить о фильмах, музыке, о том, как ты сегодня провел время. Че я наткнулась? Нет сообщений. Так. Может, у нас он опять там пара? Элю Шассон, баня с друзьями и футбол смотреть. А ты любишь фильмы для взрослых? Да, а какие фильмы тебе нравятся? Тун-тун, ну-ка, 17.05 попробуем. Сегодня. Забыл. Какое питание? Ты чё? О, игра зависла. Окей. Чё там? Мне нравятся фильмы про любовь и комедии. А тебе? Мне нравятся фильмы про отношения. Мы с тобой похожи, да, малыш? Да кому я там нужен-то, а? Подписки. Валера Купернов Винди, но я не подписан за Бранд Бампс. Пойду проверю, учит он уроки или нет. Так.
проверить, учит ли этот балбес уроки. Равная фигура имеет равный объем. Равный объем фигуры равен сумме объема фигуры, из которой у нас состоит. Ну ладно. А что, мать может? Не будет проходить? А мать что? Да, детка, у нас много общего. Может, мы с тобой сможем пообщаться вживую? Ну, детка, тут только ты. Тебе сколько лет, малыш? Сын пишет папе. Угу. Потом что ответить. Так. Мне уж 43, но это не значит, что я ничего не могу. Так, то не переживай. Ой, ох, какой шугар дэдди. Я как раз люблю постарше. Колонки есть старющие. С тачками вообще. Угу. Как не замечает, да, что он просто книгу держит? Весь в стрессе. Как насчет того, чтобы встретиться? Да, конечно, ты можешь приехать ко мне, я буду дома одна. За исключение. Как проверить? Я не помню там. Я знаю только эту команду. Ну сколько можно? Работает. Коннект. Коннект. Надо пойти отлить. Чего надо? Да зачем ты так делаешь? Как проверить, интернет у меня тут? Wi-Fi стоит или что? Фактучек. Опасно ходит вообще. Как провести с интернета? Ну, я не помню команду провести интернет. Так, надо пойти полить цветы. Как не вовремя? Куда ты пинаешь? Что это такое? Стоять! Разве тебе не ясно было сказано? Вот же, как я так облажался. Надо было быть более бдительным и хитрым. С таким навыками все, что я могу, это только получить ремня под задницу. Нормально. Оставил сразу заново. Спрятался? Ну-ну.